Ну вот я нанес керамику сегодня, с погодкой повезло, солнышка нет. Нанес везде, кроме стекол. Диски обода тоже нанес. Еще кое-где мог пропустить. И крышу нанес. А стекла и фар я решил попробовать, помазал микрофибру воском, которым машину сушу. Вот. И нанес на стекла, просто именно намазал. Должна вода скатываться. Ну посмотрим, сколько держится керамика. Буду записывать видео по ходу, как будет дождь. В инструкции написано, что надо подсушить немножко, потом можно уже песок, пыль и воду. Вот. Так. Ладно, пойдем перекусим, будем выдвигаться. Результат, конечно, я доволен. Полировка, использовал три пасты. 74-ю, потом среднюю желтую и антиголограмму. Единственное, что мне не нравится, это вот передние диски, да, они блестят. Там видны насечки. Это заводские насечки и под лаком. А задние уже матовые. То, что на них очень много попадает камней, камушков, песка и... Насечки видны, но все в точках. Покрытие, к сожалению, не знаю, как обновить. Единственное, что если на станке наждачкой почистить и потом лаком, но может не получиться. Пока оно блестит, пока оставлю так. Тут не полированная. А, это точки. Мою машину на этот раз бы взял две пасты. Старая, которая у меня была, вот 417, и второй средний состав после 417. Ну и антиголограмма. Это будет под оранжевый круг, это под средний зеленый. Вот капот я уже отполировал. Да, у него тут такие наушнички. Видите? Ты не протирал. Кругов нету. А теперь, чтобы вы понимали. Так. О. Видите? Вот эта риска не убрана. Да, есть сколы, это уже полировочкой не уберется. Погода сегодня дождливая, но временами дождя нету, как раз влажно, хорошо полировать.